подавали нам по получение жилья, социальное жилье, арендное жилье, как молодые семьи. Это люди, которые 6 лет надеялись, верили, что им дадут жилье. И сейчас они обращаются к руководству города, чтобы руководство города взяло этот вопрос под свой контроль, обратиться к департаменту внутренних дел города Астана, чтобы был наложен арест. И есть три пункта, которые мы сегодня хотели бы озвучить. Необходимо наложить арест на земельный участок, на котором находится жилой комплекс Жагалау-3. Необходимо наложить арест на банковские счета компании АСИ. Я хочу сказать то, что люди, может быть, сейчас нас немного не понимают, почему мы, допустим, здесь собрались и настаиваем на своих условиях. Почему? Потому что, когда мы закупали эти квартиры, когда мы вносили первоначальный вклад, это был 2008 год, представьте, это кризисное время. Мы дали на природу земельный участок для